День 30. В первом полугодии в Фейрибурге умерло больше людей, чем родилось. Смертность, да. Дэбис кафе. Оштрафованная. Дэбис кафе. Оштрафована за нарушение санитарных норм. Рыжий кот спас девушку от насильника. Такой Гарфилд. Рыжий кот. Интересно, как он спас ее. Под настрою. Вот так, хорошо. То вечно смотрю, выключен микрофон, включен. Так. Мой брат отправился в поход в лес и пропал без вести. Я хочу помочь с поиском. Можно мне то на сегодня? Отгул. Конечно, помогай. Сегодня в кино будет новый фильм с моим любимым актером. Можно я схожу? Блин, ну вообще, Бразилин, ты уставший, сходи. С вами будем работать. Надо быть добрее к людям, да? Я хочу, чтобы мои поддерживали меня, мои люди. Попробуем как-то так выкрутиться. Хотя он уже зафейлил одно задание мэрии. Такое. Такое. Полицейская академия. Вау. Лычка. Шикарно. 910. Бастиан. Мой Бастиан с блеском сдал все экзамены и заработал повышение. То есть вот этот один чувак, он стоит 6 человек. Какой-то, блин, ну, супер Чак Норрис. У него там еще один кулак. Так, на двоих. Пенсионер сообщил о драке, возникшей между отцом маленькой девочки и собачником. Ротвейлер напугал ребенка. Да. Ну, миссия на двоих, хватит одного человека. Так, ох, уставшая девушка. Надеюсь, справится. Кстати, да, дела мэрия, можно запрос. Правда, не очень довольна моей работой. Прибавки тут мизерные. Тем более, еще и могут урезать зарплату в два раза. Смысла нет. Спецназ улучшать, вот полезная штука. Чаще выезжает, скажем. Либо свод для офицера, свод для детектива. Давай улучшение спецназа. Так, детективы тут вообще можно всех вот... всех свободных детективов в одно дело пихать, потом уже разбираться. Просто. С дела снимать, переводить, так что тут детективов хватает, по идее. Немного странно сделано. Не продумано. Преступник скрылся. Надо было двоих послать, да, чтобы они за обоими бежали. Плохо. Несанкционированный митинг. Перед зданием мэрии собрались стихийные демонстрации, где человек 20 протестуют против повышения тарифа на вывоз мусора. Митингующие идут себе спокойно, но требуют, чтобы к ним вышел кто-то из чиновников. Раз спокойно себя ведут. Да. Миссия на 5 человек, как бы. Так, вас надо докачивать, это вы. Стоите одного. Так, у вас качаться и... Кто тут у нас опытный? Тебя, стол. И автозак. Вперед. Опять я отпустил всех, конечно, народу мало осталось. Зря я так делаю. Наверное. Ну, не знаю. И парням угодить, и на миссии, чтобы оставались. Как-то выкрутиться. Такое. Шикарно. Справились.
Ограбление. Тиффани Ли ходила по торговому центру, когда к ней подбежал парень в капюшоне и выхватил ее дорогую сумку. Тиффани. Так, миссия на 3 человека. Блин, вы уставшие? Да. Ну, вас двоих послать, он не справится. Ну, ладно. Свеженький тебе. Цубаки Асана у меня только в паре хорошо работают, да? Асана одну отправила, так она облажалась немножко. Фальшивое маничество. Женщина поставила в парке палатку и предлагает всем желающим купить новую крайне выгодную валюту. Шикарно. И с палатки продает. Так, ты у нас вернулся, ты у нас один. Тебе надо качать до 600. Ты пока за троих только работаешь. Еще за двоих кого-нибудь, типа, тебя. Хотя вас тоже качать надо, давайте вас. Запасы может отправить, да нет. Нет, да. Хм. Ну и вперед. Надеюсь, успеете вернуться. Преступник пытается выйти из торгового центра, но охрана заблокировала двери. И он побежал искать другой выход. Приказать парню остановиться, бежать следом, крикнуть «Держи вора!». Такое. Приказать парню, вряд ли он остановится. Бежать следом, может убежать. Держи вора. Интересно, среагируют ли люди? Наверное, кто-то поможет. Да. Преступник выбегает на каток, поскальзывается и падает на лед. Из кармана у него вылетает нож. Использовать перцовый баллончик, попытаться успеть к ножу первым, прицелиться в парня. Давайте баллончик. Шикарно. Так, опять музычка вырубилась. Без музыки не то. Миссия на 10 человек. У нас тут только раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, да, не хватит. Да, проблема, слушайте. Вы-то почти вернулись, вот такая писечка осталась. Рисковать людьми, либо ну его. Ну, в опыте потеряете. Так может кто-то погибнуть, ты еще уставший. А это вперед. Такая нелегкая работа полиции. Может, вы выживете, в конце концов. Может, этот вор сбежит, фальшивомонетчик. А вы выживете. Да. Кража. У Фрэнка Конроя вытянули бумажник прямо на остановке. Он быстро заметил пропажу и вместе со своими друзьями поднял шум. В воровстве обвиняют всех подряд, обстановка накаляется, где можно дойти до драки. Так. Миссия на 3 человека. Ну, у меня эти только есть вперед. О, молодцы, справились. Не беспокоюсь за вас. Добыча деньги. Продать деньги. Отмоем. Типа фальшивые деньги, которые эти, да, новые, которые продавали фальшивые монетчики. Новая валюта, которая скоро вырастет в цене. Идеально. Так. Нарушение общественного порядка. В больницу пришел мужчина с огромной собакой. Пес, хоть и на поводке. Та-та-та-та-та. В общем, животного его не пускает. Ну тут кому-то на поводке можно докачать. Вот. До 300. Кражем. Отлично, полиция работает. Кукурузный монумент. Массовые беспорядки. Ждем народ. Сколько сможем. Жесть. Так, ты с собакой справился. Молодец. Так,
Тебя подождем, если что, на подкрепление отправить. Так, сейчас мы всех сюда. Массовые беспорядки. Кстати, кого-то пробовать подкачать на полицейскую академию, так на 500. Кого только? Пауэрсы или... Не знаю. Хотя ладно, деньги тратить. Так прокачаюсь, если выживу. Тут на 2 человека миссия. Парковка у мини-маркета Live Good. К молодому диджею, вышедшему из магазина, приставал странного вида мужчина в черно-красной мантии. Какой-то вампир, короче. Банк энергетического. Так. Между ними грива ссора. Какой-то странный парень. Вом читать сейчас что-то уж, извините. Долго. Драка в самом разгаре, похоже, в ход уже пошло холодное оружие. Стрелять в воздух, чтобы утихомирить толпу, побежать прямиком нет. Кружить парк и вызвать к спокойствию. Стрелять в воздух. Ну ладно, в целом справляемся. Был, конечно, какой-то сбежавший воришка. Но в целом все хорошо. О, новые кадры. Так, значит. Дело о сбитом банкире. Ну, мы как знаем, это уже Сент, да, сбил. Отомстил за Мария. Лейтенант Сэнды. Мистер Патс любил иногда пройтись по ночному городу. В тот день я забрал его после затянувшегося делового ужина водитель лимузина и высадил в районе парка с монументом. Я не заметил ничего подозрительного, разве что серый грузовик без номеров ехал за нами. Без номеров грузовик, ничего подозрительного. Ехал за нами всю дорогу от ресторана до парка, а потом куда-то свернул. Ага. То есть, скорее всего, грузовик нас бил. Медэксперт. Мистер Патс умер сразу же после удара. Его сбил тяжелый автомобиль на большой скорости. На теле остались следы радиаторной решетки, как у джипа или грузовика. В мягких тканях обнаружены осколки лобового стекла. Похоже, удар был настолько силен, что тело подбросило вверх, прямо на капот. На одежде жертвы следы серой краски. Ну, ясно. То есть серый грузовик, вот это все, эта машинка. Где тебя это высадили? Тебя сбил, по идее, вот этот грузовик. Это лимузин белый. В общем, явно кадров не хватает. Так, прохожий. Я бегаю в парке по ночам, и тогда услышу грохот мотоциклов. Я подумал, что это байкеры гоняют по пустым дорогам. И побежал поближе, чтобы посмотреть на них. Но уже никого не было, только мужское тело лежало на дороге. Так что я вызвал полицию. Прохожий. Грохот мотоциклов? Мотоциклы зачем они? Убедиться приехали, что он умер или просто? Прохожий. Ложные показания. На месте преступления обнаружены следы шин мотоциклов и осколки стекла. Еще и мотоцикл. На следующем от места происшествия перекрестке камера засняла группу байкеров. Позади них можно заметить серый джип с треснувшим лобовым стеклом. Ага. Интересно. Ну, возможно, так сказать, байкеры были поддержкой джипу. Запутают же, умеют запутать дело. Шикарно. 300 есть. Теперь стоишь двоих парней. Так, ничего стоящего. Бэклог. Прочерк чернокожих, так себе.
В общем, с мэрией проблемы, конечно. Сомневаюсь, что ничто не одобрит мою просьбу про спецназ. Все молодцы. Во. According to Mrs. Markham, I was supposed to spend all day thinking up the right words. But to my surprise, I did my best work when I shut my head off. Что он ночью встречается якобы с женой. И не волновало, почему Уоррен захотелось встретиться в 3 часа ночи, да еще в ресторане, в котором мы ни разу не ходили. Не знал, что скажу я ей. И что-то мне подсказывал, что она готова к этой встрече лучше меня. Но с наступлением ноты окончательно перестал волноваться. Нужные слова придут, когда я увижу ее. Если не придут, то так мне и надо. Ну серьезно, ты полицейский, ты... Вообще ничего не заподозрил, что ты в незнакомый ресторан, в который ты никогда с женой не ходил, в 3 часа ночи пришел. То есть нормально, да? Угу. Выкурю сигару. Шмяк. Да, ну, ожидаемо. Говорят, когда тебя вырубают одним ударом, ты не успеваешь ничего почувствовать. Вранье. Было больно. Каждый день, что я провел в коме, была... боль была невыносимой. Ой, да ладно, в коме бы ты как бы без сознания, скорее всего, либо что-то там видел, какой-нибудь свет, видение. То есть ты в коме еще боль чувствовал? Да ладно. Странный человек. Так, значит, какая-то игра. Гейм А, гейм Б, гейм Си. Давайте на Си. Большинство бы тыкнуло на А, а мы какой-нибудь такой, может, вариант Си. Хотя игра-то, наверное, одна и та же, да? Как тут? Где курсор? О, шикарно. Типа на реакции. В реальности мне за это деньги дадут? Все быстрее идет. Сесть бы поудобнее. Черт. О, дальше. General Store. И чё? Я вас убить должен? Жесть. 500 тысяч ювин. Да, сон типа какой-то с намеком, да? Что ты мирных убиваешь, тогда получаешь 500 тысяч долларов, ты победил. Продажный коп. Оборотень в погонах. Да уж. О, то есть мы... День сурка проснулся. В коме, да? Эй, не хотел все пропускать. Да, я тоже об этом слышал. Что если они решат свести репортера? Мы должны думать о том, как прикрыть. Я знаю людей, которые могут с этим разобраться, но им понадобится как минимум неделю. Лейтенант Штет, извините, что отрываюсь на второй линии. Джек Бойт. Кто? Джек Бойт, сэр, звонит вам из больницы. Это мой заместитель, да, Штет. Гибсон, я перезвоню тебе, ничего не делаю без моих парней. Он же забыл уже, что у него шеф есть, да? Джек, ну ничего себе, я не знал, что ты очнулся. Врачи сказали, что ты мог пролежать в этой коме месяца, а то и годы. Как ты себя чувствуешь?
Скажи мне, что ты управляешь участком. Ради бога, Мартин, скажи мне, что участком управляешь ты, не какой-нибудь присланный Роджерсом хмырь. Да, Джек, я исполняю обязанности шефа полиции, но в субботу придет новый человек, Кевин Полсон. Он... Это парень из... Да. А возвращаюсь на работу, шеф полиции Фрибурга, останусь им еще на 4 месяца. Ты сделаешь столько телефонных звонков, сколько нужно, чтобы все устроить. Если будут какие-то проблемы, грози судом, репортерами, шантажируй их. Но проблем не будет, потому что они знают, что им проще подождать до зимы, чем разбираться сейчас с тем скандалом, который мы устроим. И созови пресс-конференцию. Слушай, Джек, я понимаю, правда на твоей стороне, но ты должен учесть... Когда тебя перевели к нам? Скоро будет 5 лет. Сколько раз за эти 5 лет ты приходил на мой день рождения? Сколько раз приезжал он ко мне на ферму, когда я собирал ребят на вечеринку? Ни разу, но... Ни разу. Потому что тебе насрать. Мне тоже насрать на тебя, Штет. Я назначил тебя своим заместителем. Да мне и плевать. Забавно. Если бы ты хоть раз пришел ко мне в гости, ты бы сразу видел большую яму на моем заднем дворе. Мусорную яму. Знаешь ли, всякого такого старого хлама. Вонючую яму, забитую гнилой мебелью и прочим говном. Так вот, Штет, если я хотя бы на секунду сомнюсь в твоей преданности, ты отправишься прямиком в эту кучу отходов. Запугивает заместителя. Джейк, может, встретишь там кого-нибудь из знакомых, например, Кендрика, да? Помнишь Кендрика? Типа он его убил. Все, запугал. Завтра иду за покупками, конференция послезавтра. Шикарно. Ух ты, день 57 сразу, да? Как хоп, проехал. И времени все меньше заработать деньги-то. Теперь у вас новая машина, надеемся, она поможет вам воплотить все ваши скрытые желания. Вау, прикиди-ка. Теперь у вас новая одежда, надеемся, она заставит вас почувствовать себя моложе. Сколько денег на это потрачу? Че, он еще пересадку волос сделал? Теперь у нас новая прическа, надеемся, с такой роскошной шевелюрой. Вы легко сможете убедить всех, что вы король мужчин. Альфа-самец. Теперь у вас новое отношение к жизни. Отныне вы настоящий воин, который не станет считаться с идиотами, стоящими у него на пути. Вы самостоятельно уверены в себе. Point of view. Солнечные очки. Не хватает только одной мелочи. Модных солнечных очков. Они внесут финальный штрих в ваш новый образ. Образ непокоримого тигра. Шикарно. Доброе утро, продавец. Могу я вам как-то помочь? Спасибо, я сам сделаю выбор. Спасибо, я привык принимать решение без посторонней помощи. Но я так знаю, что мне нужно. То есть в любом случае, я сам делаю выбор. Все три варианта. Фиолетовый, желтый, зеленый. Ну, как-то это легковесное, наверное, фиолетовый возьму. Я вообще бы просто взял черный какие-нибудь, темные там. Может, темные, а коричневые. Слишком яркие, не солидные так-то. Ну, не знаю. Эти очки выплескивают наружу вашу скрытую сексуальность. Эти очки словно бы говорят всем вокруг, что от ваших решений многое зависит. Очки дают понять окружающим, что вы ни перед чем не остановитесь. Скрытая сексуальность. Давай. Теперь у вас новые модные солнечные очки. Пусть они преобразят вас не только внешне, но и внутренне. Так это важный выбор, что ли, был? Может, надо было какие-то желтые, либо зеленые все-таки? Нет, уже слишком. И выкинул. Забавно. Значит, все-таки не важный выбор. Сарямба. Так, ну приехали мы, что? Пресс-конференция? Все-таки без солнечных очков. Что я скажу парням? Промо, Джек, что за прикид? Ты хочешь, чтобы... Яба на заднем дворе, Мартин. Всегда помни про яму на заднем дворе. Спокойно, уверен, весело получать удовольствие от ситуации. Яма на заднем дворе, Мартин. Всегда помни про яму на заднем дворе.
Полсон, Джек, с трудом узнаю тебя. Не думал, что такой человек, как ты, способен поменяться. Надо бы нам почаще видеться. Вы не встречались с того момента, как... Да, с того дня, как я тебя уволил, Кевин. Ты хотел сказать, с того дня, как я уволился по собственному желанию, не желая больше терпеть коррупцию и произвол в полицейском участке, да? Почаще повторяй себе это говно, Кевин. А знаешь, Джек, я рад, что все так получилось. В отличие от тебя, я потратил эти 7 лет с пользой. Моя новая строительная компания получает заказы от администрации города и процветает. У меня новый дом, новое увлечение, даже жена новая. Услышал о ней из Шелли Роджерс. Решил породниться с мэром. Исполнил свою давнюю мечту. Пожалуй, я исполнил все свои давние мечты. Осталась только одна – навести порядок в полиции Фрейбурга. Серьезно, Кевин? Серьезно, как никогда, Джек. Я вообще человек серьезный. Не так часто увидишь прошлое полиции Фрейбурга и будущее полиции Фрейбурга на одной и той же пресс-конференции. Надеюсь, вы уже закончили. Мне нужно кое-что обсудить с тобой, Кевин. Джек, репортеры уже заждались. А, то есть будущий шеф полиции, да? Полсон-то. Хочет покончить с коррупцией, ага. При этом с мэром связан. Мой затяжной уход на пенсию незаметно превратился в цирковое представление. К счастью, я умею глотать шпагу и прыгать через горящие обручи. Им понравится. Чем он сейчас на мэра будет что-то гнать? Черт. Говорит, придется мне, да? Что он там задумал? Ладно. Мистер Бойд, у вас новая прическа. Вам показалось. Не важно. Вы знаете человека, напавшего на вас? Наверняка знаю. Ты из моих врагов. Мне нужно время, трудно сказать. Трудно сказать. Вполне допускаю, что могу его знать. Ага. Мэри еще не дала окончательного ответа на вопрос, вернетесь ли вы на свой пост. Вы думаете, Роджерс примет решение в вашу пользу? Конечно. Все варианты. И шеф полиции Фрейбурга, нравится ему это или нет. Вы считаете, происшедшее с вами как-то повлияло на вас? Увидим. Зачем гадать? Давайте подождем немного и проверим. Спасибо. Все? Все? То есть, да, вариантов нам не давали особо. 59-й день. Джек Бойд отправился после травмы головы. А Джек Бойд не смог назвать нападавших. Шеф полиции очнулся из комы. Поехали. Все те же парни. Мою маму сбила машину, она сейчас в больнице и борется за жизнь. Я должен быть рядом с ней, можно, конечно, и... Боже, бедняга. И новая лычка. Кому ее дать? Ух, какие типы. 165, 150, блин. Перси, ты такой просто нулячий. Вот такой. Кого-нибудь до 450 докачать. Типа вандала, скажем, можно покачать. Да. Либо тебя до 600. Перди. Мистер Перди. Да. Лучше не складывать яйца в эту корзину, так что вандала покачаю. Вау. Че, серьезно? То есть уже не пластинки, уже аудиокассеты. Боже, какая важа. Пластинки-то это лучшее, ретро самое, а не лучшее аудиокассет. По мне так. Назад в бизнес. Кари Бюртон. Back in business. Прикольно. Блин, прошла треть времени, мне всего 45 тысяч. Сдул пыль, да? Охота на копов. Мартин Штетт. Джек, пока ты был в больнице, на полицию объявили настоящую охоту, словно бы все банды в городе разом сошли с ума. Но слежут офицеров по одному и избивают их до смерти. Наши ребята уже отказываются ездить на вызовы одни. Если преступление серьезное, даже пара офицеров испугается. Ничего себе.
Мэри. О, уж они спецназа одобрили даже, нифига себе. Третий раз тогда. Пусть еще выживет. Ваша доля. Автоматическое оружие все себе. Вандализм. Прохожий видел, как трое подростков подожгли припаркованный автомобиль. Поспешите, они спокойно идут дальше по улице, никуда не спеша. Трое подростков, мы все на троих. Блин, по одному-то теперь отправлять и говорить не очень, да? Ну, вас до выхода отправим. Хотя вандала качать можно кого-то. Вандала до 450 надо качать. Ты за двоих, и ты за одного. Вперед. Так, что у нас там, мэрия? Запрос можно сделать еще один. Можно еще спецназ улучшить. Чтобы чаще посылать. Хотя это сейчас уже три раза могу послать. Громковата музыка, или мне кажется? Ну ладно. Прибавка мелочь. Вход для офицера давайте. Так, полицейский участок, биржа труда. 600 Элиас Вэлла. Шикарно. То, что надо. Куда тебя? 10-10. Тоже не бог. Все, этих трупов убрали у меня отсюда. Персонал. Слот для офицеров. 4 слота. Куда мне 600 нужно? Сюда, кстати, и здесь довольно-таки. Можно и туда. Тем более, тут что-то не хватает. Смену Б. А, давайте в смену Б добавим. Лесвела. И Альбердани. Вас не будем трогать. Ну, детектива. Так себе. Так себе детектива. Мэри запрос послал. Сэнде. Ничего не надо. Зам. Крыса у нас жива, жива. Живем. И аудиокассеты тоже кончаются так быстро еще, да? Ночной клуб. Продажа наркотиков. Да. Так, расследование. Надо отсюда койкого снять. Кто у меня из этой смены вообще? Кто тут вообще топовый? 320. Боже. Ой, тебя бы вообще убрать. Может, тебя послать на дело смертельное. Так, вот вы работаете. Сюда я пошлю. Да, только из этой смены этот. Детектив у меня что-то слабый, кстати. 320. Слабые детективы. Так. Детективов нормальных у нас на бирже да и нету даже. Отстой. Справились. Отстой. Вперед. Так, не прочитал, что-то выкид. Торговый центр, кража. Миссия на трех человек. Угу. Охранник заметил подозрительную группу подростков, которые прятали что-то под куртками, подходя к кассе. Когда вы попросили их остановиться, подростки бросились в рассыпную. Выбежали из магазина на парковку, охранник вызвал полицию. Так как несколько вид сложно будет, да? Блин, от Перси вообще можно избавиться. Александру. Алехандро. Блин, ну подростки, по идее, их поймать непросто. Ладно, вас двоих пошлю. Два места свободно, да? Следование началось. Кого-то замочили в сортире. Где-то. Угроза физическому здоровью.
Известная женщина сообщила, что в подвале ее дома хирург без лицензии оперирует человека. Жесть. Едва ли он похож на настоящего врача, он старый, выживший из ума, да еще и кажется пьян. Миссия для 4 человек, да ладно. Ну, по одному мы сейчас посылать не будем. В любом случае, ты за 3, и тебя послать. Стену качать, вандал. Вандал. Сейчас он 420, будет 450, будет фактически за 3 полицейских. Справились, молодцы. Изнасилование. Общежитие Чайнатаун. Ну, китайцы. Студентка не может попасть в свою комнату. Она заблокирована изнутри, оттуда раздаются сдавленные крики. Кажется, мою подругу насилует. Зря студентка. Это может быть, конечно, пустышкой. Сдавленные крики. Ну, фиг его знает. Так, ты сбил их и тебя отправить. Ладно. Расследуйте. В грязном подвале встающийся старик ковыряется во вскрытом животе молодого мужчины. Жесть. Приказать старику медленно отойти от пациента, вызвать скорую, наброситься на старика. Блин, жесть. Скорую. Так, что мне сделать? Нужны нормальные детективы. Так, тебе для этого качать-то он такой отстойный. Такой отстойный прям вообще. Тебе вообще надо избавиться, боже. 100 всего. К мафии еще обращусь. Подруга студентки просто занималась страстным сексом со своим парнем. Да, никого изнасилования, все понятно. Расследование ловушка. Денег стоит, блин. Ну, давайте. Завтра в 10. Завтра в 10. Медсестра сообщила, что видела, как пожилая женщина отключила систему жизнеобеспечения своего мужа, который много месяцев пролежал в коме после автокатастрофы. Я понимаю, что случай был безнадежным, но это все равно убийство и большой грех, считает медсестра. По ее словам, женщина заблокировала вход в палату. Ну, в принципе, тут одного человека должно хватить. Ладно, просто Александру послать. Алехандру. А, вы, то есть по одному вы теперь не ездите, да? Понятно, понятно, реально. Быйте, быйтесь. Прикольно, однако. Нужно больше людей. Сто 120. В принципе, тебя можно нанять, скажем, и докачать. Тридцатки только не хватает. Конечно, такое. Нет, на смену А. Давай. Нам нужны люди. Перси еще тут балласт. Кого-то в полицейскую академию можно отправить, кстати. Кого-нибудь. Хотя ладно. Так денег нифига нет. Нападение с применением холодного оружия. Позвонил дальнобойщик, который увидел, как на обочине остановился фургон. Оттуда вышли 3 крупных мужчин с лопатами. Следом из фургона на землю выпал еще один человек. Да. По-моему, у него были связаны руки и разбита голова. Мужики с лопатами подвели ее в сторону леса, сообщил водитель. Я думаю, какие-то пьяные озеленители. Так, спецназ вряд ли тут нужен.
Хотя я могу 3 раза использовать, так что пускай едет. Потом миссия на 7 человек. У них оружия вроде нет, да, лопаты всякие. На 7 человек. Вот у меня есть супер чувак, за... который работает за 6-ых. Да? Да. Будем справиться. О боже. Так все плохо. Ладно. У вас спецназ и такая толпа. Реально офицеры запуганы. Дим-59. Ну, в принципе, вот как раз я недавно говорил, что игра затянута. Они так эту штуку с комой провернули. Уж хоп, 59-й день. Интересно придумано, сделано. События как-то идут. Вот хорошо, что они не чисто менеджмент полиции сделали, а вплели сюжет, события, расследование. Фургон пуст, но двигатель еще теплый, вокруг тишина и темнота. Затаиться в засаде неподалеку от фургона. А, то есть они мужика-то убьют, если мы будем ждать. Направиться к лесу, стараясь не шуметь, включить фонарик и бежать в сторону леса. Стараясь не шуметь в лес. Шикарно. Молодцы. Спецназ там как ниндзя. Ювелирный магазин Сардиус. Ничего себе, времени как мало дают. Вооруженное ограбление. Очевидец сообщил, что в ювелирный магазин через дорогу ворвалось 5 вооруженных человек. А затем оттуда... блин, спецназ у меня на этом задании был. Зря его взял, называется, да? Затем оттуда раздались серии выстрелов. Через несколько минут из магазина медленно вышла девушка, у которой из живота шла кровь. Ужас. Она упала на тротуар без сознания. Ужас. Ну, вперед, парни, вас всех пошлю. Вы еще подкрепление запросите. Блин, ты балласт, я не пошлю. Ой, автозак на... А, я вообще-то не знаю, сколько там народу. Блин, только не умирайте. Так, новые кадры. Ну, пока мало. Что это за хрень? Деньги, наркота. Ага. Вот новый кадр с белой машинкой. Так, забрал, высадил в районе парка с монументом. Я не замечу ничего подозрительного, разве что серый грузовик без номеров ехал за нами всю дорогу. Так. Скорее всего, его шибли прямо на переходе. Это был белый грузовик. Вряд ли эта штука. Радиатор, тем более, печатался. То есть он ехал за ним. Как-то так. Нужно еще кадров. Да. Ну, пока дойдет все спокойно, спокойно. Да, нужно подкрепление. Миссия-то большая. Блин, спецназ, конечно, кинуть туда. Ну, кого могу, тех и отправим. Вандал. Жан-Клод. И... Шикарно. Брюлики, драгоценности. Продать, конечно. Ну а что за мои с этими копами охотятся? Я же типа с Эндами там помогал им, все такое дело. Типа никакой благодарности. Где там помощь мафии? Здоровье. Кручинский. Хотя вы поразительно быстро крепли, мистер Бойт, и все еще не в восторге от того, как скоро увернулись к работе. Но не в восторге, как врач, как житель Фрибурга, я безмерно вам благодарен за это.
Неужели? Только никому об этом не говорите, иначе меня лишат лицензии. Еще раз спасибо за то, что мотаетесь. Ну что вы, мистер Бойт, любой врач в этом городе прилетится к вам в любой час дня и ночи, можете мне поверить. Вас не беспокоит головные боли? Здесь написано, что вы принимаете обезболивающие после травмы спины. Прописанные вам дозы вполне достаточно, чтобы... Доктор Кручинский, вы доверяете мне? Простите? Вы доверяете мне? В каком смысле, мистер Бойт? Вы считаете меня честным и разумным человеком, доктор? Шутите, мистер Бойт, благодаря вам моя жена наконец-то согласилась не продавать здесь дом и решилась завести детей. Благодаря вам я не боюсь выезжать к пациентам по ночам. Я считаю вас самым честным и разумным человеком в городе, мистер Бойт. Замечательно, видите ли, доктор Кручинский, я наркоман. Таблетки даю, кушает. Мистер Бойт, но разве... Ну, наркоман не в том смысле, в котором вы, наверное, подумали, а не какой-то безвольный торчок. Бывает, я держусь чистым так долго, что у таблеток, которые я храню в сундуке в сарае, истекает срок годности. Бывают и менее приятные истории. Знаете что, давайте мы... Однажды я принял целый пузырек прямо в сарае, заснул в собственной блевотине, чуть не захлебнулся. Да, неприятно. Бился в судорогах, каким-то образом умудрился сломать 4 ребра. Сердце потом 2 недели болело так, что хотелось умереть. Но все эти 2 недели я продолжал глотать таблетки, потому что не мог остановиться. Если нужно, я мог бы... Однажды принял дозу прямо перед вечеринкой у себя дома. Моя жена Лора позвала каких-то старых подруг из колледжа. Я проглотил не очень много таблеток, 5 или 6, но эффект был как от сотни. Я почувствовал, что теряю сознание, когда нес поднос с напитками. Валясь с ног, я прокинул ароматические свечи, которые так любила Лора. Дом чуть было не сгорел, на ремонт ушли все наши скромные сбережения. Мистер Бойт, если вы позволите мне сказать... Как видите, доктор Кручинский, я прекрасно осознаю серьезность ситуации, возможные последствия. Но иногда таблетки мне нужны. Очень нужны. Моменты, когда на меня наваливается больше дел, чем я могу потянуть, мне без них не справиться. А я уверен, вы хотели бы, чтобы я справлялся со своей работой. Поэтому завтра, когда вы поедете сюда, вы возьмете с собой таблетки, много таблеток. Пузырьков 10, а лучше 15. Да, 15 пузырьков. Следующие 3 месяца будут для меня крайне тяжелым, док. Жесть. Я бы хотел обсудить ваши... Вы принесете таблетки, доктор Кручинский? Да, мистер Бой, да. Очень хорошо, не хочу вас задерживать. Готов поспорить, ваша семья не в восторге от того, что вы убегаете ко мне по ночам. Думаю, они предпочли бы, чтобы я полежал в коме годик-другой. Вот так вот, да. Интересная кат-сцена, здорово сделана. Такие сюжеты, человеческие истории. День 60-й, слух. Кевин Полсон станет новым шефом полиции. Кевин Полсон готовится навести порядок в полицейском департаменте. Мэр Роджерс поддерживает кандидатуру Кевина Полсона на пост шефа полиции. Все понятно. Я доверяю своей семье. Ух, что тут Кевин Полсон. Так. Опять любители чтения. Нет, приходи сегодня. Третья кассетка. Белый русский, White Russian. Стэн Зеллер. Прикольно. Свод для офицера одобрен, шикарно. Только народ какой-то стрёмненький. Ваша доля? Что себе? Надо 500 тысяч заработать. Гетто. Двое подростков сидели на ступени, курили, к ней подошел чернокожий мужчина и попросил сигарету. Иди попроси кого-нибудь другого макака. Сидели подростки. Мужчина покраснел, быстро вытащил нож и погнал его в грудь одному из парней. Он забрал сигарет, спокойно уселся на ступеньки и курит. Ну, блин, расисты, а? Да. Да. Качать их и качать. И 300 кого-то довести.
до 450 тоже накачать. Вон, три ручки. Ну, вы по одному не ездите, так что... езжайте. Хотя свота-то на 4, а тут их послало маловато. Чувак-то с ножом. Чё я сделал? Бред какой-то. Может, какой-нибудь опытного послал. Изнасилование Морис Квин услышал из соседней квартиры истошный женский крик. «Помогите мне, хоть изнасиловать!» Сколько секунд все стихло, а потом я услышал там что-то про стиральный порошок и отбеливание. Всем заиграла музыка. То есть какое-то кино смотрит, наверное, потом хоп, реклама. Канал переключили бы. Сомневаюсь, что это что-то важное. Вот он кучей на Пауэрс. Ну, блин, потому-то еще не ездите, ладно, вперед. Вы справитесь точно. Ух ты, опять расвел они. Блин, ты отстойник. Ой-ой, это 10, это же расследование ловушка, боже ты мой. Все, пока, чувак. Удачи. Убийство, отчет. Так. Так, молодцы, все-таки справились. Упадение трансформаторной будки. Электрик Джейсон Плювит проводил плановый осмотр трансформаторных подстанций. В одной из них обнаружил грязного волосатого бомжару, который набросился на него словно дикий медведь. Бездомный сильно укусил мужчину, отхватив зубами от руки кусок плоти. Электрик был в шоке, но сумел отбежать подальше от подстанции. Да. О, бездомный. Даже не знаю. По одному вы все равно не катаетесь, так что вперед. Качайтесь. Жесть какая-то. Угу. Оказывается, соседи мистера Квин купили новый телевизор, смотрели какой-то ужастик на полной громкости. Ну, ожидаемо. Проехались. Офицер погиб. Все, пока. Что же, жаль, конечно. Все-таки потеряли человека, хотя и бесполезно. В принципе, можно было его попробовать подтянуть было, да, в полицейскую академию отправить. Может, я поспешил. Лычку дайте, так было бы уже 150, хотя бы нормальный. Так, два подростка подкараулили момент, когда врачи пошли за кофе и угнали карету скорой помощи. Ничего себе. Два подростка. Ну, вперед. Че у нас, кстати, дела? Мэрия 4 дня, Сэнди. Все, полицейский участок. Отстой, ничего нет, заместитель. Джейсон Прюит потерял сознание и в судорогах трясется на земле, пуская слюни изо рта пена. Пускай. Вызвать скорую помощь, поднять ему голову, чтобы не захлебнулся, вызвать экзорциста. Голову, чтобы не захлебнулся. Бездомный все еще прячется в трансформаторной будке, вход в которую заляпан кровью. Снять пистолет с предохранителя, забежать внутрь, открыть дверь и приказать выйти из подстанции. Постучать двери, немного отойти в сторону. Так, отлично. Поймали. Типа он выбежал, мы схватили его. Так и живем. О, мэрия. Сегодня в Фрибурге проходит день чистоты, который будет широко освещаться в прессе на телевидении. По 3 работника от каждой городской службы, включая полицию, должны выйти на улицу и помочь с уборкой. Боже, шикарно. Великолепное задание. Просто мне людей девать некуда, кроме как на уборку отправлять. Субботник. Угон отчет. Так, справились, молодцы. Шикарно. Что там композиции какие еще есть? Белого русского послушали. Это у нас «Огонь в мозгу», «Fire in the Brain». Боб Барнард and Friends и друзья.
огонь в мозгах. Бодренько. Чаечек. Остатки чая. Массовая драка на свалке, бомжи что ли дерутся? Да. Искали на свалке ценные вещи и нашли кейс с кодовым замком. Пока они решали, кому он достанется, развязалась драка. Некоторые пустили в ход холодное оружие. Очевидец, вызвавший полицию, сообщает, что бомжи, судя по всему, настроен драться за находку до смерти. Вау. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На восемь человек. Вот у нас за четверых вообще, да? Сто, шестьсот. Иди, ты. За двоих. За четверых, и тут еще каждый по одному. То есть семеро. Вот собаки. Спецназ на бомжей натравить, вот что надо. Забавная мелодия такая очень. Не телефон. Публичное совершение непристойного действия. Танцевальная студия Beatbusters. Преподавательница танцев Мариша Гомес пожаловалась на странного мужчину в плаще. Один из наших залов видно с улицы, так мы и пытаемся привлечь внимание клиентов. Клиентов, но не извращенцев, мы уже не первый раз прогоняли этого мужчину. Другой, походу, приходит в плаще и, кажется, трогает себя. Да, жесть. Ну, это эти чуваки, так что вперед. Победили бомжей. Герои. Ой-ой-ой. Ну, кто-нибудь вернитесь. Так, мужчина стоит, прижавшись носом к стеклу и трогает себя по плащом. Присоединиться к мужчине. Схватить мужчину под руки и погрузить в патрульную машину. Мужчина медленно застегнет финку и положил руки за голову. Патрульную машину. И некого послать. Пытку угона. Я разбудил этот чертов пой и завтра вставать на работу, когда я выглянул в окно, увидел темную фигуру, что нажал в переулок. Ну, не факт, может, он кошка. Никто не пытался угнать автомобиль, просто сигнализация, когда вы слишком чувствительны и реагируете на малейший шум. Да? Слава богу. Ничего не провалено. Живем. Вышибала на входе ночной клуб драка. На входе не пустив в клуб пятерых гопников, намекнув, что шлепки и спортивные штаны отпугивают женщин. Гопники разозлились и решили научить вышибалу бабочка. Мотылек. Кое-каким манером завязалась драка. Угу. Пятерых человек, вы по одному всем, боже. Окей. Ты у нас за четверых буквально. Ладно, на троих пошлю, справитесь. Надо прокачивать чуваков. Ага. Ну, не знаю, думаю, тут еще разные пакетики. Думаю, еще кадры нужны. Видео, ладно, почитаем. Мистер Бейтс, продажа наркотиков. Что у нас было сначала? В конце. Видел щегла в белом пиджаке. Он заказал вишневый сок, потерся у стойки, а потом ушел в туалет с каким-то бородачом. Я подумал, что он просто малолетний гомик, которых только сегодня развелось. Когда другие посетители нашли в туалете того бородача с нанюханной рожей, сразу понял, чем этот пиджак промышлял. Ага. То есть
Вишневый сок, потер всю стойку, потом ушел в туалет. Женский? Серьезно? Бородач. Блин, кадров так мало. Думаю, еще надо дождаться. Мужчина случил сердечный приступ от приема кокаина. Он потерял сознание, упал и разбил голову. Ага. Так бородач же принимал, а не... Это и есть бородач такой. Кокаин. Кокаин же белый, по идее, да? Не таблетки. Вишневый сок. И бородача, да, то есть не этот, не усатый. Да, кадров явно не хватает. Потом посмотрим. Нужны хорошие детективы. Еще то дело не распутано. Где там Сент сбил банкира. Так, отчет по драке. Красавца. Завершить день. Покойся с миром. Объявить мертвым. Мистер Бойт, я собираюсь домой. Больше вам не нужна? О, нет, не уходи. Мне нужно поговорить с тобой. Я не задержу тебя надолго. Только сделай один звонок и сразу выйду к тебе, хорошо? Конечно, мистер Бойт. О, давай замути секретаршей тема. Ты у нас теперь молодой, полный сил. Новый имидж. Даже волосы есть. Салли, вы знаете, в котором часу вы звоните? Я не нарочно, а нет, погоди, нарочно. Ну, я и сукин сын. Джек, господи боже, Джек, я так хотела с тобой поговорить, все ждала твоего звонка. Как ты себя чувствуешь? Да. Прекрасная миссис Марком. Лучше, чем когда-либо. Боли в спине прошли, бессонница не дает о себе знать. Усин затянул шевелюр, и даже моя патологическая нерешительность куда-то улетучилась. Так, секунду. Ой, кстати, что это? Захват нормальный? Нормальный. Показалось. Ладно. Джек, если ты думаешь, что я имею какое-то отношение... У меня больше нет времени на то, чтобы думать, миссис Марком. Каждая секунда на счету. Нужно сделать много дел. Одно из них — найти Лору. Джек, твой тон пугает меня. Замечательно, оказывается, у меня это хорошо получается, пугать людей. Так вот, миссис Марком, я буду искать свою жену, если вы каким-то образом станете у меня на пути. Я пришлю к вам домой отряд спецназа. Сначала они запихнут в печку вашу собаку, а потом арестуют вас за занятие проституцией. Что? Зачем? Какой еще проституции? Что поделать, иногда приходится выдумывать обвинения. Не могу же я арестовать вас за то, что вы невыносимая сука. Да, круто. То есть она специальная, что ли, его... хотела от него избавиться, чтобы он же с ее женой не встречался. С дочкой. Конечно, мистер Пойт, с какой смены? Нет, не один из наших, честный детектив. Я знаю, что когда твой отец украл драгоценности твоей матери, сбежав из дома, ты нанял частного детектива. Ты не стал обращаться в полицию. Понимаете, мистер Бойт, это была семейная проблема. Я подумала, что... Я все прекрасно понимаю, Эмма, не нужно ничего объяснять. Я и сам оказался в похожей ситуации. Думаю, ты слышала, что моя жена ушла из дома. Пропала, можно сказать. Я не уверена, что... Конечно, ты слышал, и все слышали, я хочу найти ее. Но я не хочу, чтобы этим занимался кто-то из наших ребят. По той же причине, по которой ты не хотела. Поэтому я решил найти твоего частного детектива. Это можно устроить? Интересно. Вот это поворот. Конечно, мистер Бойт, я позвоню ему и все организую. Вы можете не сомневаться, он сохранит все в тайне. Прекрасно, что от меня нужно?
Просто соберите всю информацию, которая может пригодиться, и запечатайте ее в конверт. Принесите мне и все передам. Хорошо, устрой себе выходной завтра, выспись наконец. Послезавтра утром конверт будет у тебя. К частному детективу обратимся.